Всем привет! Очередная выставка в Ирарте «Сестры Поповы» представляет выставку «Non-Human». Ну, можно перевести, наверное, как «Нечеловеческий». Музей Ирарта представляет выставку футуристических кукол Екатерины и Елены Поповых. Я зачитываю анонс этой выставки. Провокационные создания, снимки которых регулярно публикуются на страницах Vogue, New York Times, HuffPost, Infringe. Феномен современного искусства и модной индустрии, покоривший Жан-Поля Готье, фотографа Ника Найта, дизайнера обуви Луис Виттон, Фабриция Витти, певица Краймс, ну и так далее. Вызов общепринятым эталонам красоты и ловушка для воображения зрителя, так пишут в анонсе. Если при слове «кукла» в вашем воображении возникает образ резинового пупса, модницы Барби или расписной неваляшки, предупреждаем, выставка «Not Human» может вас шокировать. Творчество сестер Кати и Елены Поповых – это радикально иной взгляд на то, какой может быть кукла. Авторские куклы отличаются неповторимой внешностью и высоким качеством исполнения. Их невероятное правдоподобие заставляло многих считать кукол образом, имеющим мистическую связь со своим человеческим прототипом. Кукольники слыли ловцами человеческих душ, их немного побаивались. Новое направление в этой области открылось изобретением кукол на шариковых шарнирах. Выполненные из полуретана, фарфора или паперклея, шарнирные куклы требуют тщательного ухода и изначально не предназначены для того, чтобы с ними играли. Их владельцы очень серьезно относятся к своим подопечным. Придумывают им не только имена, но и биографии, наделяют их темпераментом, характером, привычками. А коллекционеры собирают эти тотальные инсталляции человеческого образа как предметы искусства. Благодаря подвижным суставам соединениям, BGD, так их называют, способны принимать любые позы, что делает их идеальными моделями для фотосессий. Серии кукольных снимков быстро набрали популярность в интернете и к началу 2000-х годов превратились в интернациональную субкультуру. Добравшись до России, это направление обрело здесь своих преданных поклонников и мегазвезд, таких как сестры Поповы. Сестры Поповы создают провокацию. Порожденные им хрупкие создания могли бы производить впечатление болезненно беспомощных и трогательно податливых, если бы не их непроницаемый взгляд. Продуманные позы и доведенные до совершенства, словно подготовленные к бою костюмы, прически, макияж, они завораживают не своей пластикой, но это пластика змеи, поймать которую мы не сможем. А вот она нас запросто поймает. Перед нами целая армия таких разных, но явно похожих друг на друга сестер, проработанных до мельчайших деталей фантомов. И все же природа куклы остается архаичной. Она предназначена быть подобием человека и отражать его представление о том, каким он кажется, какой он есть и каким он мог бы быть. Ну вот так написано в анонсе про выставку Non-Human сестры Поповы, которая проходит в Ирарте. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим работы этих художников. Пока-пока, до свидания.